Сирийская армия отступила из Пальмиры. По утверждению командования, чтобы не подвергать разрушению уникальные античные развалины. Войска заняли оборону к западу и югу от города. Под их контролем находятся шоссе на Хомс и Дамаск. После продолжавшихся более двух недель боев, группировка «Исламское государство», потянув подкрепление из иракской провинции Анбар, вошла в Пальмиру. Город полностью находится в руках исламистов. Их черные флаги были подняты в четверг утром над археологическим комплексом, музеем под открытым небом, признанным ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Пальмира находится в 240 километрах от Дамаска. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, под контролем группировки «Исламское государство» находится уже половина территории Сирии. Сами джихадисты в распространенном ими пропагандистском видеоролике утверждают, что захватили крупные газовые месторождения, расположенные к северу от Пальмиры. Но главное опасение вызывает судьба древних развалин Пальмиры, которые могут стать новой жертвой фанатиков после разрушенного ими Немруда и разграбленного музея Масула в Ираке.